Результаты не подтвердились. Сотрудник кабинета председателя парламентской фракции «Платформа ДА», у которого ранее якобы диагностировали COVID-19, прошел повторный тест. Он, по словам Александра Слусаря, оказался отрицательным. Об этом он написал в Фейсбуке. Политик также отметил, что результаты первого теста так и не дошли до его подчиненного. Более того, он заявил, что сделанный в лаборатории Национального центра общественного здоровья анализ якобы был проведен с нарушением приказа Министерства здравоохранения. В связи с этим фракция «Платформа ДА» призывает ведомство провести расследование в этом отношении. Слусарь также добавил, что подозрения фракции о том, что медицинскую систему используют для блокирования деятельности парламента, подтвердились. Представители Минздрава ситуацию пока не прокомментировали. О том, что один из сотрудников кабинета председателя парламентской фракции «Платформа ДА» болен COVID-19, сообщил накануне секретариат законодательного органа. На прошлой неделе болезнь подтвердилась у помощника зампредседателя парламента от ПСРМ Влада Батринча, а также у главы кабинета вице-спикера от платформы «Да» Александра Слусаря. Ранее COVID-19 диагностировали у демократа Евгения Никифорчука и социалиста Владимира Миздренко. В итоге, согласно распоряжению спикера Зинаиды Гречанной, до 5 июня парламент находится в карантине.